Привет! Вы попали на канал Хобби Натальи, и сегодня я хочу с вами поделиться своими мнениями и вообще сделать небольшой обзор на заказы с китайского сайта AliExpress. Это будет фетр и набор ниток. Давайте начнем с фетра. Заказывала я 40 расцветок фетра. Все 40, в принципе, и пришли. Здесь никаких нареканий нет. Были завернуты в обычные пакеты, в упаковочные, как всегда, приходят. Конечно, цветовое сочетание глаз радует. Можно выбрать, что называется, на любой вкус. Кто любит цвета, кому нравится выбор, тот, конечно, найдет для себя нужный ему любой подтон. И мне тоже так казалось, что мне в работе это очень пригодится и будет удобно. Но, как оказалось, фетр достаточно тонкий. Если его даже смотреть на свет, то видишь, что, видите, ну, тут хоть солнца нету, видно, все просвещается, и он как, смотрите, он просто ломается. Он настолько какой-то тонкий, как бумажный. В работе это, конечно, не радует. Я уже сегодня попробовала на нем повышивать. И что я вам скажу? Если, конечно, что-то пришивать, что называется, надежно, на века, и очень сильно затягивать нитку или леску, кто чем шьет, то у меня такое ощущение складывается, что можно просто его прорвать. То есть я когда запришивала бусинку, я даже боялась подтягивать нитку, что маленькое расстояние между стежками, что я ее просто прорежу как бумагу. Поэтому делала все очень аккуратно. И да, ничего не прорезалось, все держится. Ну и я же еще только каемочку вышивала. Я уже пробовала и стежок в стежок, и просто вслепую. Ну, то есть надо быть очень предельно аккуратными. И когда, и даже я думаю, что когда я заполню целиком свой лепесточек, скорее всего, я даже сюда вырежу, может, из какого-то подкладочного, может, материала, или межподкладки, да, и проклею, чтобы мои все стежки, они были более надежно зафиксированы. Конечно, это будет всего лишь брошка, ее никто там, ее только аккуратно пристегнул и носишь, никто ее там не будет ни мять, ни сгибать, и поэтому я думаю, для броши это все подойдет. Ну и когда, как мы шьем иногда игрушки или делаем какие-то поделки с детьми, где что это действительно много раз сгибается, разгибается, для этого, конечно, это не подойдет. Это просто сделать, зафиксировать и все, и не более того. Но зато цветовое сочетание, что называется, цена и качество соответствуют. Поэтому судите сами, для чего он вам нужен в работе, и делайте свои выводы. К этому фетру я еще заказала и набор нитей. 39 цветов. А, фетра, кстати, было 40 листов, да, я говорила. Ниток было 39. 39 их и пришло. Тоже было упаковано просто в обычный пакет. Поэтому вся посылка, конечно, смотрите, видите, все углы заломаны. Ну, как, она не сломана, но она, конечно, вся изрядно потрепана. Поэтому, если вам не на подарок, а просто для себя, можете рискнуть. Все нитки пришли в нужном количестве. 39 штук. Здесь сейчас у меня не то только черный, у меня там занято в работе. Что я могу сказать? Намотка, да, небольшая.
Ну, в принципе, если вы не шьете большой объем, а просто вот как мне, да, удобно подобрать по цвету. Смотрите, как хорошо сочетаются цвета. Я могу, в принципе, под любой фетр подобрать нить. Да и вообще, если честно, в жизни они мне очень помогают. Когда надо сделать какую-то починку одежды или детям что-то сделать, пошить, починить, я, в принципе, могу подобрать любую нитку. Многие у меня уже тут были в ходу. И ну, этого количества, я считаю, достаточно. Просто для домашнего обихода, для домашнего использования самое то. Я их уже много раз где поэксплуатировала, поэтому могу сказать, хорошие нитки. Они крепкие, смотрите. Чего я и взяла сегодня их попробовать вышить вместо лески. Потому что, ну, порвать это надо, видите, приложить достаточно большое усилие. И посмотрите, как хорошо сочетаются. Очень оказалось это удобно. Сначала я заказала нитки, потом я заказала фетр, и теперь вижу, что надо сразу брать то и то. Нить можно очень хорошо использовать вместо лески. Ну, а фетр... Как я игрушки не шью, книги я не шью, а только для брошей, которые еще будут зафиксированы, да, на кожаную основу, я думаю, самое то. Ну что ж, спасибо вам за просмотр. Если для вас оказалось это видео полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди у нас еще с вами много интересного. Всем пока!